В Рыбинском ОКЦ прошли дебаты между участниками предварительного голосования «Единой России» по выборам главы города. Здание не смогло вместить всех желающих задать вопросы кандидатам. Около 700 рыбинцев разместились внутри ОКЦ, больше сотни осталось снаружи. Напомню, что всего для участия в праймере заявилось 6 рыбинцев. Однако в дебатах участвовало только четверо. Каждый из них подготовил свою визитную карточку. Я в 2010 году избрался депутатом муниципального совета городского округа города Рыбинск и 2 года исполнял обязанности заместителя по экономике председателя муниципального совета. Я считаю, что за 2 года очень неплохой результат с точки зрения работы депутата. Это 13 дворовых территорий в 13 округе и большой хороший объект, достойный для депутата, это дорога к паспортному столу, которая выручила этот маленький район. Дебаты продлились 1,5 часа. После рассказа о себе каждый кандидат дискутировал с оппонентами, а затем отвечал на порой неудобные вопросы рыбинцев. Без провокации не обошлось. Обстановка была накалена до предела. Однако все 4 кандидатов смогли справиться с волнением и рассказать о своей первоочередной задаче. Я иду изменять историю города Рыбинска. У меня есть команда профессионалов. Я готов эту команду привести в администрацию, где тоже много профессионалов. И мы должны объединить наши усилия, чтобы город стал лучше, чтобы в городе стало жить удобнее, чтобы город стал комфортнее. Я напомню, что уже в это воскресенье, 24 января, жители Рыбинска смогут выбрать кандидата на выборы главы Рыбинска, которые состоятся 20 марта.